Ну все, до свидания. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это новое выживание в скам. Недавно была обнова, и я решил немножко повыживать. Берите чаек, берите печеньки, всем приятного просмотра. Блин, это ж на мосту их так много. Все они у меня сидят, мне кажется. А зомбаку нет. Если что, в воду прыгну. А не есть он. Ждет меня, ждет. Блин, нахуй топорчик пойти сделать, наверное. Пойду сделаю топорчик. Так, а где зомби? А. Где зомби делся? Если что, я притворюсь мешком мусора. Потому что я сейчас есть мешок мусора. Металл. Возьмем металл. Бумага. Конечно, бинокль. Ё-моё. Ага. Здрасте. Фур. Гробчики мои. О, присел он там. Так, это еще по мосту бегу. Попочки. Ух ты, они металлом так прикольно сделали. Что мне нужно для ящика? Гвоздь. Сука. Два гвоздя. Нужно найти два гвоздя. Ну да. Прицел для составного лука. Так это продать можно будет. Забираем. Я знаю, вот тут бункерок есть. Вот тут есть бункерок. Сейчас мы вот сюда сходим. Чего, блядь? О, телефон, интересно. Теперь очень интересно, сколько что стоит. Не надо это засейвить. Ну как я засейлю, если я не могу найти грёбаных два гвоздя, блядь? Привет. Вот так, по одному, не надо их. Сразу миллион. Как всегда, они жесткие. Может, мне иголку дашь или нитку? То есть нитку дашь. То! Чё? Уворачивается еще, блин. Не, ладно, сама заживет. Я подорожничек прикладу, и все будет нормально. Что там? Опа, там челик идет.
А это зомбаки сбежались на... Нихера себе! А че их так много? Че их так много? Не надо как-то их по одному выманить. Кустик положим. Чем мы еще скинем? Главное, ремка. Ух ты, ёбаный стыд, ебать. Давай быстрей. Убивай. Да нет, все, это все. А, или он умер. Фух. Мне повезло, мне просто повезло. То, что они меня могли порешать на изи. Да что ж такое? Жесть. Ну все, дальше идти нет смысла. Шикарно. Так, ну чё, где-то сядем тут в кустиках. Мне нужны грёбаные гвозди, нужны. Да, игра, два гвоздя, пожалуйста. Мне больше ничего не нужно, кроме двух гвоздей. Мне нужны гвозди. Вот какой писюн из разработчиков сказала, давайте добавим в обычный ящик гвозди. Потому что эти два гвоздя я фиг найду. Тут же рядом вот эта большая штука. Жесть, жизнь бомжа реально. Ну тут я по-любому найду какой-то гвоздик. Так, вот тут можно. Ну, нормально будет. $88. Зомбака выпало $88. Гвоздь, раз. Все шансы, все шансы. Просто все шансы. Ебой. Один гвоздь нужен всего. Начало положено. Гвоздь. Ремка. Вот фиг его знает, куда тут идти. Больше похоже на кемперское место. Нате коробку гвоздей нахер. И назад надо идти. Так, так, так.
Привет, друг, я бомж, не убивай. Здорово. Чё за ник Дару, у тебя? дару. У меня Розе ник, Розе. Понял, понял. Я и смотрю, тут что-то это, как будто кто-то бегал. Да я только поэтому пробежался по Коле тут рядом. Если чё, лучше в этой локации не бегай. Типа, я не один, и кто-нибудь тебя может тут. Сам понимаешь. Давай, удачи. Давай, давай, счастливо. Жесть, чувак заряженный уже. Фу, блин, я обосрался нафиг. Ну понятно, понятно, короче. Что это такое? Опачки, а это ихняя хибара, походу. Я отвечаю, видел зомбака. А вот и он. Нихуя себе, блядь. О, денежка. Еще тут полазим, посмотрим. Сюда идет. А не, он тут по кругу ходит, походу. Угу, я понял. Он тут охраняет вход. Мыся. Ну, он не видит. Давай, чтоб солнышко не припекало в голову. Оденем шляпу. А сюда на машине надо приезжать с большим рюкзаком. Шикарно просто. Теперь надо зомбака найти. Чего? Магаз на РПК? Серьезно? Что-что, ну магаз на РПК найти такое в вагонном составе. Потом что? Очень интересно.
Я просто хочу посмотреть, что это такое. Опа, тут военные ящики. Они залутаны, походу. Тут типа два спальничка, это типа чей-то дом был. В смысле ты меня увидел? Все. Он меня видит, да? Не, не видит. А как он меня увидел? А, он меня услышал, наверное. О, зомбачок. Это мой колчан. Во, давай, 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 сюда иди. Мне кости нужны, а вот. Создать. Так, швейка есть. Так, колчан есть. После того, как я пролутался в депо, я сделал себе колчан, сделал рюкзак. И рядом с тем депо есть очень шикарная заправка с СТОшкой и двумя гаражиками, где я нашел велосипед. Я подумал, что я буду опять складировать кучу хлама. Вышла шикарная обнова. Я отправился на нем аванпост. You better give me good price. Чего? 88? 88 баксов. Что-то и с ценами я не понял. Он вроде стоит 3600. Я продал за 88. Офигеть. Даже на ботинки не хватит никакие. Чего, блядь? Ремка наружку. Погнали продавать. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. That thing registered. Kidding. Nobody cares. Guns come unloaded. Security reasons. Так мне на пол скинуть надо. Во, 400 баксов. Нормально. Нормально, уже есть 500 баксов. Погнали дальше. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Let's see what you have. Так, давай посмотрим. Here's what I've got. Из обуви что-то самое дешевенькое такое. Так, и воды купим. Here's what I've got. Две бутылки. Не, давай одну пока. Сейчас залутаем весь аванпостик. Так, итого. 13-17. Продать. Так, 426 баксов. Купить, похавать. Here's what I've got. 300 баксов. Сырая филешка 60. Батончик 160. Что? Короче, ты будешь голодать. Ну все, рюкзак школьник. Поясная сумка. О май гад. Вот это тема. Покупаем. Так, 23 бакса осталось. Ну вот, скам преобразился вообще. Чётенький такой.
Лутаю по КД предлежащее поселение, собираю денежку. Могу сказать, что разные маски очень дорогие. От 100 до 600 скамовских баксов. Все цены зависят только от админа сервера. Теперь намного легче стало достать ту или иную вещь и даже транспорт. Я списался с одним парнишкой, он мне решил продать мопед за 10 тысяч скамовских баксов. Наверное, рыбачил тут где-то, да? Не, так чисто нашел. Хотел толкнуть. Кстати, а не знаешь, где щука водится? Но так. Вообще никакой рыбалкой не занимался. Понятно. Даже говорю, я на продажу хотел, что-то ничего не берет эту удочку. Вон он, нашел. О, хорош. Так. Ой, да, да? Все. Рабочий. Так. О, заправленный. Ну вот, ваши деньги. Ваши денежки. О, пожалуйста. Давай, пробуй, заводи. Если что, сейчас я тебя подзаряжу, если не заведешь. Шикарно. О, огонь. Шикарно, просто шикарно. На гриду, видишь, по старой памяти начал это, воспроизвел. Теперь надо доехать на нем. А, слушай, ты не доедешь, он по факту не бьется сильно-то. То есть это он квадрик в любую эту, этот же по горам стягает, как через трамплин. Следом я купил лодку. Там, не знаю, бабки тебе будем давать за карточки. То есть или что-то там, если что-то тебе надо. Ну, посмотрим. Ты просто написал про лодку, там лодка, ну, я бежал в город, и я знаю, что там лодка стояла. Типа мы на ней плавали пару раз и все. То есть, по сути, там эти 3000 нам погода вообще не сыграет. Ну так, что в копилку в общую. Ну да, там все равно. Но мне просто как бы, я хочу везде порыбалить, ну порыболовить хочу. То что, ну просто тут еще, я в аванпосте стоял, рыбку ловил. С одной рыбки по 600 баксов получается. Потом продаешь ее, да? Но не со всех рыб получается 600 баксов. Вот тунец и какой-то зубр, я не помню. Короче, есть дорада, вот с нее там надо разделать рыбку, засолить. Саму соль покупаем у NPC, вот с нее получается 600 баксов. Тунец там баксов 60, и вот зубра тоже там баксов тоже 40, наверное. Вот именно с дорады, если ее разделать, засолить, можно NPC продать за 600 баксов. Я этого ждал с самого начала появления рыбалки. Вот, кстати, вот видео обучение, если кому нужно. Вот примерно за полтора часа вот всего действа, это ловля рыбы, разделка рыбы, засаливание рыбы, я заработал 10 тысяч скамовских баксов. Это немало. Но с учетом, что админ поднял цены в два раза. Вот, к примеру, можно было продать машину за 6 тысяч баксов скамовских. Но она стоила 33 тысячи. Теперь она стоит 60 тысяч. И ты можешь ее продать за 12 тысяч скамовских денег. Вот я не понимаю смысл в чем. Отвертку, если найдете, то вообще это, ну, тоже она где-то 10 тысяч скамовских баксов стоит. Которая на 40, желтая отвертка. Вот теперь не надо кучу сундуков, кучу всякого хлама у себя хранить. У тебя есть те вещи, которые тебе нужны, и деньги. Все. Это просто бомбезная обнова. Для соло игрока это, ну, скам должен в онлайне вырасти, я считаю. Потому что, ну, как есть, это макс лут, хардкор, сервера. Но мне больше нравятся вот такие сервера, как официальные, но они частные. Тут в основном на таких серверах кланы рулят. У кланов все есть, потому что они там в кланах больше 5 человек. И они постоянно спойлят все. У них там хабары, базы огромные. А что соло игроку? Ему побегал немножко там. Ящичек где-то в кустиках сделал.
и радостный. Короче, я обнове очень рад. И это только начало, я надеюсь. Эти аванпосты с NPC, я думаю, там дальше и квесты начнутся, и еще что-то новенькое подвезут, и новых зомби, наверное, потом будет делать. Ну, короче, скам преобразился неимоверно. Теперь выкачка навыков. Все, просто пока я ловил рыбу, я выкачал выживалку до второго уровня. Теперь выкачка любого вида оружия — это просто изи, потому что ты можешь купить патроны в аванпосте. Ты можешь противостоять кланам не самодельным дробовиком. Ладно, если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайкосы. С вами был Розе.